Городской перекресток. Светофор с дополнительной секцией. Водитель красного автомобиля собирается повернуть налево. Он проезжает до середины перекрестка на основной зеленый. Ждет, пока загорится стрелка, и поворачивает. Есть ли нарушение в его действии? Зрители уверены, если стрелка не горит, поворачивать нельзя. Именно так. Выключенный сигнал дополнительной секции запрещает движение в направлении, которое она регулирует. Но водитель все равно нарушил. Он остановился на перекрестке, проехав за стоп-линию на запрещающий для него сигнал. Штраф 1000 рублей. За повторное нарушение в течение года водитель заплатит штраф 5000 или останется без прав на срок до 6 месяцев.